Ну вот, я уже сегодня днем повстречался с профессором, пообщались мы с ним по поводу книги по макеларе. Он, оказывается, тоже пишет книгу по макеларе. Не только по макеларе, а вообще по медицине, в боевых искусствах, по травме, в карате. И там будет раздел посвященный набивке, и он как раз будет говорить там о макеваре тоже. Вот. Так что пообщались уже плодотворно поначалу. А сейчас я еду на технический семинар, который начинается в 6 часов, это через 45 минут. Вот, и будет идти до 9 часов вечера, то есть 3 часа. Вот так вот. Ну, я расскажу дальше, что там будет. Закончился первый день семинара профессора Йорги. Еду я домой. Сейчас 9 часов 5 минут. Ну что, нормально, 3 часа поработали. Кстати, тренировка делилась на два раздела. То есть первый для всех. То есть для всех поясов. Вторая часть. То есть полтора часа для всех и полтора часа для Вольги высоких разрядов, то есть для черных поясов, ну и захватили коричневые пояса тоже. Вот. Мне так показалось, даже в первой части мы поинтенсивнее поработали, мне даже больше понравилось. В второй части много профессор, конечно, рассказывал интересного, но остыли и уже с технической и с тренировки не получилось. Уже была больше теоретическая тренировка. Хотя были показаны интересные варианты Бунка и Теки Шодан, которые я эти варианты и не знал. Вот. Всегда интересно что-то новенькое так посмотреть. Вот. Но мне, конечно, хотелось подинамичнее подвигаться, порубиться, но вот такая вот вещь получилась. Нужно ждать завтрашнего дня, завтра во второй части, значит, обещают, что будет интенсивнее все, просто сегодня профессор пролетел только вчера. Устал, вот, поэтому не такая забойная была тренинга. Думаю, что завтра будет все покруче. А еще я договорился с ним о встрече на завтра. Если ничего не изменится, то завтра где-то в районе 10 часов я хочу взять у него интервью по работе на макеваре. В свое время профессор он писал книгу по макеваре, которая называется «Макевара в традиционном карате». Было достаточно давно, и сейчас мне интересно будет у него поспрашать, не изменилось ли у него точка зрения на это все дело. И, видать, изменилось, конечно, потому что за 20 лет может что-то появиться новое. Не то, что это кардинально поменялось, но появились какие-то дополнения, идеи, мысли, раз он задумал книгу новую, да, написать, в том числе и о медицинских аспектах закалки конечностей и работы на макеваре. Вот. Но я буду с ним именно беседовать по книге по старой, то есть которая была тогда. И интересно мне не просто будет узнать, а поменялось ли с точки зрения и дополнилось ли, а вообще об актуальности в современном карате, в том его течении, которое сейчас вообще есть.
актуальность работы на кивай. И не только карате, а вообще боевых искусств. Стоит или нет. Потому что везде мнение дуальное, но я думаю, что у меня еще одного десятого дана. Вот и почему значит, еще одного. Вот Морио Хигаона, 10-й дан, считает, что закалка конечностей вещь обязательная. И сейчас этим занимается. Вот. Но занимается этим больше значит, эмпирически. То есть он что-то до чего-то сам дошел, а что-то получил от своих учителей. Здесь же другой совершенно подход. Профессор Йорга тоже 10-й дан. Занимается закалкой конечностей. Но подход сугубо прагматичный с точки зрения больше научного метода. Потому что профессор, он доктор медицины. Вот. И, собственно говоря, здесь послушаем его. Так что, думаю, это будет интересно. И о разных методах хочется у него тоже поспрашивать. Об эффективности различных методов. О методах здесь, о напивке. На камнях, на столбах, на деревьях, на песке и так далее. На мешке боксерском, на подушках разного рода. И, разумеется, на макивай. Прежде всего, меня это больше всего волнует. Ну ладно, это мы оставим с вами. До завтра. А сегодня все. Ждите следующего ролика.